Сегодня, 5 декабря, мы раздавали газеты на станции метро «Шулявка». Ну, люди брали газеты, подошел мужчина, взял газету, прочитал, что ассоциация СЕС предупреждает. И начал ругаться, забирать газеты, толкать, ну, руки распускать. Я положила газеты, подошла к нему, он, ну, как мужчина там за меня заступился, ну, кучу свидетелей было, видели это все. Заступился, говорит, ну, что на девушку руки распускаешь, что ты делаешь? И говорит, она типа выступает против Евросоюза. Говорит, ну все равно, против чего она выступает, то есть у каждого есть свое право, а руки распускать, тем более на девушку, какое ты имеешь право. Ну, я попросила, чтобы вызвали милицию, мы его держали, он там сопротивлялся, там начали люди из-за него заступаться, из-за меня заступаться. В итоге он убежал, милицию мы не дождались. Мужчина подошел к девушке, взял газету, начал на нее невульгарно обзываться, дергать ее, ударил рукой в лицо. Подошел парень, начал заступаться за нее, сказал, какая разница, кто за что, но на девушку руку поднимать это нельзя. Он тоже начал на него обзываться. Ну, было 4 парня, защищались за Евросоюз и против Евросоюза тоже. Я побежала в милицию позвать в метро, девушка сделала вызов им, ну, их не было очень долго. Где-то через полчаса один милиционер вышел с сигаретой, покурил и зашел обратно.